Литературная газета «Скобичевский». Леонид Михайлович, обозреватель. Хотите сюжет? Из жизни. Ты помнишь парашютную вышку рядом с музеем? С той комсомольской вышки я прыгнул прямо в капитализм. Твоя крыша потекла, тебя сдали. Счетчик включен, время пошло. Слишком серьезные люди заинтересовались твоим бизнесом. Значит, мне надо, чтобы ты вместе с Ксюшей сейчас уехал за границу. Пошли вон. Окончил МГИМО и высшую парижскую компьютерную школу. Знаю 4 языка: английский, французский, немецкий, итальянский. Я люблю тебя, зайчуган. Так хорошо. Ты надолго? А это кто? Это тренер по плаванию. Я познакомилась с очень серьезными людьми, и они заинтересовались твоими активами в офшорах. Но я пока им ничего не сказала, зацени. У меня тут опять неприятности крупные. Я так и знал. Дружба – это понятие круглосуточное. Согласен. А я тебя познакомлю с президентом. В общем, делайте с этим что хотите, но я вас очень прошу, придумайте какой-нибудь свой финал.